Статный красавец Александр Константинов родился в семье военного в крымском городке Джанкой. Александр решил пойти по стопам отца, хотя еще в школе многие замечали в нем артистические задатки и советовали пойти в артисты. Но в то время он не решился, хотя в глубине души мечтал об этой профессии. Военное училище он поступить не смог, и тогда пошел в Симферопольский кооперативный техникум и получил профессию товароведа, а затем отправился служить в армию. А в это время его родители переехали из украинского Крыма в Россию, в город Каменск-Уральский. Александр после армии тоже приехал туда и получил российское гражданство, отправившись в подмосковный Королёв, где обосновался его старший брат. Здесь ему приходилось работать много кем, от грузчика до охранника и телохранителя, но его путь на телевизионные экраны начался с реалити-шоу под названием «Голод». Услышав о кастинге, он связался с организаторами и записался на собеседование. Хотя до конца не верил, что простые парни с улицы могут попасть в проект просто так. На каждое место претендовали 10 тысяч человек, а брали всего 12. Через 3 месяца раздался долгожданный звонок, и ему сообщили, что его утвердили. Съемки проходили в Берлине, и это был первый выезд за границу в его жизни. В итоге Александр стал победителем и получил главный приз – пожизненную ежемесячную выплату $1000. Эти средства он решил потратить с толком и поступил на платное отделение Щукинского училища. Уже вскоре он сыграл свою первую эпизодическую роль в сериале «Кодекс чести». Ну а после окончания был принят в театр Вахтангова и в том же 2008 году впервые сыграл главную роль в мелодраме «Одна ночь любви». Что касается личной жизни актера, то она тоже сложилась счастливо. История его любви довольно необычна. И еще на шоу «Голод» он познакомился с другой участницей, с журналисткой Кариной Сабирзяновой из Казани, татаркой по национальности. Александр влюбился, но взаимности в ответ не получил. У Карины тогда был жених. Прямо во время съемок шоу она вышла за него замуж, а Александр очень тяжело принял это обстоятельство. Но в глубине души он надеялся, что когда-нибудь она будет с ним. И не ошибся. Уже скоро она рассталась со своим обеспеченным мужем-юристом, и тогда у них завязался полноценный роман. В 2013 году у них родились близнецы Клим и Оливия, а еще через несколько лет младшая дочка Теона. Судя по счастливым совместным фотографиям в социальных сетях, в их семье все отлично. Вместе с Кариной они счастливы уже более 15 лет. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу истории нашего героя и его творчестве в кино.